О да, боженька, о да. Просто поворачиваешься, финна. Привет-привет, дорогие друзья, с вами MV921, и в этом видео мы поговорим про сгусток эмоций, про британскую ПТСАУ 10 уровня FV4005 Stage 2. Ведь именно на этой и еще на одной британской ПТшке можно поиграть как будто бы на артиллерии в ПТ-режиме, но никто пальцем тебя показывать не будет. Вообще, конечно, все любят высокий разовый урон, и тот разовый урон, который скрыт внутри этой ПТ, равно как и в еще одной британской FV215B183, он по-настоящему впечатляет. Может быть, где-то там рядом, на задворках, как Panzer E100 в своей 1050 ББшкой таится, ну а здесь 1150 бронебойным снарядом. Бронепробитие просто заоблачное, 310 мм, нет такого ни у кого. И умопомрачительные хэш-фугасы. Это такие альтернативные голдовые боеприпасы, которые пробивают 230 мм и сносят 1750 урона при пробитии. Другое дело, правда, что они голдовые, то есть дорогие, стоят они 8000 серебра каждый, да и ББшка не дешевая, что скрывать, 2200 стоит. Плюс в дорогу не дают много брать боеприпасов, всего лишь 12 суммарно, или тех, или этих, или и тех, и этих. Обычные же фугасы здесь практически не имеют никакого смысла, но это опять же как посмотреть, потому что если стрелять в крепко бронированные цели, то хоть каким фугасом стрелять, все равно урона полного не будет. Поэтому вопрос, конечно, спорный, но все спорные вопросы я предпочитаю решать бронебойными снарядами. Многие, наверное, спросят, а почему ты не на своем аккаунте выкачал эту ПТшку, а показываешь нам бой с прессы? Ну, дело в том, что, во-первых, мой прогресс остановился пока на 8 уровне, то есть я начал эту ветку качать и потихоньку, помаленьку качаю, но, правда, без особого энтузиазма, потому что, во-первых, появились японские тяжи, во-вторых, еще дофига чего появится, в-третьих, конвой, 9 уровень этой ветки британской, ПТ-шка очень даже незавидная по отзывам игроков, и, то есть, торопиться там некуда, никуда не опаздываем. Но видео по ней сделать, по этой вот уже 10 уровне ПТ-шке хочется, в конце концов, последний раз я его делал, только она появлялась, ну и прошло какое-то время, да и потом, наверное, я замечаю, и вы многие замечаете, что в боях их почти не встретишь. Очень редкая ПТ-шка. И я даже поинтересовался, а как вообще у нее дела, сколько игроков ее выкачало, немного ли, и удивился. Как всегда, как я люблю удивляться, вы бы знали. 11300 игроков выкачало эту ПТ-шку на данный момент. И если так вот спросить, а какая самая непопулярная техника 10 уровня? Ну, я вас удивлю, скажу, что пока это японский топовый тяж. Естественно, появились они совсем недавно. На втором месте объект 260, который, понятное дело, выкачать, чтобы это нужно вообще иметь стальные кохонос. Ну, а вот это ПТ на третьем месте, 11300. Чтобы вы знали, предпоследнее место среди 10 уровня ПТ-шек занимает объект 263 с итогом 121 тысяча. Экземпляров в 10 раз больше. То есть это ПТ, возможно, как и вся ее ветка, как возможно уже я вам и говорил, не популярна, не нужна игрокам от слова совсем. Ну, почти не нужна. Вот 11300 игроков, наверное, половина, возможно, из них взяли в донатили, ну, либо выкачали, там, бог с ним, неважно. Но самое главное, что это так мало в наших вселенских масштабах World of Tanks, что прямо даже странно. Более того, исследовав этот момент, я подумал, а чё так? И поинтересовался, а винрейт у неё как? И тут тоже без слез не взглянешь. Процент побед 46,97. Это те самые 11300 игроков такой винрейт показали. 47%, если округлить, это очень даже немного. Иными словами, подрезюмируя, это ПТ, как и вся эта ветка, массовому игроку не нужна, ровно как и не способна на показания чего-то там веселого да развеселого. То есть к победам, играя на этой ПТ-шке, ты не придешь, ну, судя по этой статистике. Ну и сразу хочется разобраться в двух вопросах. Почему низкий винрейт, то есть где упущение в этой ПТ-шке, что в ней плохого? Ну и второй вопрос, если это все знать, как на ней нормально играть, если вы вошли в
тот небольшой список 11 300 человек. Начнем с того, что это ПТ, в отличие от британского другого собрата, F215B183, совершенно не может отбивать снаряды, ей тупо нечем. Этот скворечник, который называется башней, хоть она и поворачивается на 45 влево и 45 вправо, но брони там 14 мм. Многие игроки это знают, вот та же, например, рядом ездит совсем крепкая, аналогичная британская ПТ, а это просто картонка. И по факту эта ПТ-шка как вот такой Waffentrager, да, 10 уровня, фугасами разбирается в эту вот башню просто на ура. У нее даже маски нету, то есть случайно она отбить может ваш фугас лишь только орудием. Во всех остальных случаях артиллерия, любой другой танк пробивает, да чем угодно, эту башню с полным уроном. Сам корпус у нас тоже не бог весть какой, по факту там броня как у Центуриона, как у 8 уровня, средний танк Британии. 76 мм ВЛД, самое крепкое место. То есть этой, скажем, этой броне вообще не место в том уровне боев, где она есть. Это очень уязвимый и ранимый танк. И все, что мы с вами знаем про такие танки, что это войны красной линии. Ну да, здесь как бы тоже можно было бы так поиграть, но мы с вами также знаем, что у нас артиллерия в боях есть, мы также знаем, что карт с хорошими прострелами практически не осталось. И вроде бы какая-то точность у нас есть на фоне FV215B183, она получше, у той Т-04, а у нас хотя бы 0.38. Но время сведения 3 секунды, это хоть и вроде бы не так и долго, как могло быть, но все-таки это ПТ не для дальних выстрелов. Ну да, вначале я вам показал парочку сочных выстрелов, но это скорее случайность, которая была, ну, раз на 10 боев, там, типа того, то есть далеко не в каждом случается. Ну и про мобильное качество, вы без меня здесь видите, гордиться нечем, да, встречный ветер у нас здесь не бывает. Если сравнить даже эти две британские ПТшки, то будет забавно, у этой конкретной, которая Stage 2, удельная мощность даже меньше. Но другое дело, правда, что она чуть легче, поэтому давление на грунт у нее меньше, и она отбалансирована именно этими параметрами. То есть при меньшей удельной мощности она ощущается более мобильной, поскольку сопротивление твердого грунта, например, у нее единичка, когда у FV215B183 1.8, то есть в два раза хуже. Ну и поэтому она как бы быстрее разворачивается, быстрее ездит, но далеко не так быстро, как следовало бы какой-нибудь там картонке. Иными словами, все, что у нас есть, ну так разработчики-то и загадывали, это огромная бабахала, 183 калибр с чудовищной альфой и пробитием. И хэш-фугасами. И все мы с вами знаем, что этим всем комплектом пользоваться можно лишь только с точки зрения пофаниться. Выехать, бахнуть и порадоваться. Ни в коем случае не выехать и рассчитывать, что ты порадуешься от бахания. То есть это какой-то вот такой развлекательный случай, эта ПТ-шка, вот как мне рисуется, но никаким образом на ней нереально, мне кажется, вытащить бой, поскольку КД в 30 секунд это настолько долго, что любой проезжающий враг после следующего вам наносит огромное количество урона и, в общем, лишает всех возможных прелести и радости от игры. И пытаться ответить, скажем, на второй вопрос, хорошо, а что тогда делать, как на ней играть? Ну, играть вот очень-очень осторожно, стараясь держаться вокруг союзников, потому что, ну, по факту, это ПТ, наверное, как бы дурацко сравнивать ее с барабанными ПТ-шками, но 30-секундное КД — это вообще-то цифры барабанщиков. Чтобы вы знали, какой-нибудь там, я не знаю, Т-57 Heavy, американский тяж 10 уровня, перезаряжает весь свой барабан быстрее, чем мы один выстрел. Ну да, у него там суммарно, конечно, количество урона несравнимо с нашим хэш-фугасом с полным пробитием, там 1600 получается, но все-таки это очень долго, 30 секунд, и с таким как бы проворотом каждого следующего выстрела тащить просто действительно нереально. Ну и по этой причине мы имеем вот такую вот картину. Если вот проанализировать данный бой, он, в принципе, получился довольно неплохим, хоть и не бог весь каким рекордным. Что я тут делал? Вот в меня просто тупо никто ни разу даже не посмотрел. Осуждающе. Ну, может быть, уже после смерти, там, или типа того. То есть, все, что я делал, кружил вокруг домиков, ими пытался танковать, и из-за спин союзников, которые отвлекали врага, выезжал и там вбахивал пацанам из красной команды как можно больше. Вот, вот и все. А много ли карт позволяют такое? А на степях я бы так смог сыграть? А на Прохоровке я смог бы так сыграть? А на Малиновке? А на любой другой просторной карте? Да нет, конечно, потому что ТПТ огромна.
Она очень высокая, и ее маскировочные свойства никудышные. Она светится, как новогодняя елка от самого даже малозначительного, даже слепого какого-нибудь крота, который вылезет посреди поля, он ее засветит. Есть целая масса причин, которая говорит о том, и разработчикам, и всем нам, что ТПТ очень непопулярная, потому что она сама по себе сложная, и ветка у нее ненужная и неинтересная. Ну, а что теперь поделать, не всем же ПТ-шкам быть нужными, важными, интересными. Должна же быть какая-то для отпущения. И вот данная ПТ одна из них. Но все же таки она забавная, черт подери. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.